Говорят, так бывает только в сказках и кино. 6 лет назад родные сестры Людмила и Елена Баимова узнали, что у них есть старшая сестра по отцовской линии Валентина. Она вышла на меня в одноклассниках в 12 году. Вы, конечно, очень удивитесь, но вы мои родные сестренки. Но я, конечно, в шоке была. Поверили? Видите, она тоже рассказала свою ситуацию, что она никогда не знала, кто ее отец, ей никогда об этом не говорили. Он был душа компании, вспоминают сестры о своем отце. Светловолосый красавец, веселый и отчаянно смелый. В 17 лет прибавил себе возраст и ушел воевать на фронт. После женился и прожил больше 50 лет в браке с одной женщиной, в котором родились две дочки – Люба и Лена. В идеальный портрет штрихи внесла жизнь. О существовании внебрачной дочери никто не подозревал. А почему сейчас вы решили разыскать отца в свои 70 лет? Хочется знать все-таки, кто же был мой отец. Это фрагмент популярного шоу. Всего пару дней назад выяснилось, что Людмила, Елена и Валентина действительно родные сестры. Пообщаться с отцом Валентине уже не удастся, он давно умер. Но на его родину теперь она точно приедет, ведь теперь их трое. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.